Привет, с вами Ксенон, а это новости 2x2. Показать тизер, в котором ничего не понятно? Это, конечно, талант. Какая-то лажа. Актер Райан Рейнольдс опубликовал ролик, в котором извинился за то, что нет никаких новостей по третьему Дэдпулу. Заодно он пригласил Хью Джекмана сыграть в фильме «Росомаху», и тот согласился. Про сюжет ничего не известно. Но, судя по намеку Рейнольдса, герои наконец-то столкнутся в бою. Интересно, а насколько сложно делать стоп-моушн-анимацию? Зачем гадать, когда можно увидеть все своими глазами? Netflix показал, что творилось за кадрами нового «Пиноккио» от Гильермо дель Торо. Сам режиссер показывает, как создавались герои и некоторые сцены, а заодно знакомит зрителей с огромным лицом сказочного героя. За короткий ролик можно понять, насколько был тяжелый процесс съемок. Детектив Дэниел Крейг возвращается, чтобы расследовать сложные дела. Появился трейлер спин-оффа «Достать ножи». По сюжету технологический магнат Майлз Брон приглашает друзей отдохнуть на греческом острове. Но под конец этого совместного отпуска один из гостей умирает. Разобраться, кто же это сделал, может только Бенуа Блан. Ну а режиссер и сценарист фильма – Райан Джонсон. Ну а с вами была Ксенон. Смотрите 2x2, читайте 2x2 медиа. Вот что так быстро закончилось.